Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 8. Выполняем вычисления. Сначала выполним действие в скобках, то есть к 46 мы прибавим 18. Получится 64. 64 разделить на 16 будет 4. Умножим на 9, получим 36. А затем 80 разделим на 5, это будет 16. 36 минус 16. Получим 20. Это значение первого выражения. Второе выражение. Выполняем действие в скобке. 45 разделить на 9 будет 5. Умножим на 6 будет 30. Отнимем 20 будет 10. Затем 72 умножим на 10. Получим 720. И к 720 прибавим 58. Ответ 778. Третье выражение. Выполняем действие в скобке. 24 умножим на 3. Будет 72. Отнимем 12. Получим 60. Разделим на 6. Будет 10. 10 умножим на 8. Будет 80. И затем 80 разделим на 20. Получим 4. Четвертое выражение. 38. Отнять 9. Получится 29. 350 разделить на 7 будет 50. 50 разделить на 2 будет 25. А 29 умноженное на 3 будет 87. 25 прибавим 87, получим 112. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.